Здравствуйте, меня зовут Кукушкина Наталья, я руководитель группы маркетинга компании CDS. Сегодня мы с вами вернулись на строительную площадку проекта CDS Принесский. Напомню, что проектом предусмотрено строительство 7 жилых домов, 5 из них уже полностью построены, введены в эксплуатацию, там живут жители. Построен также детский сад, на первых этажах работают коммерческие помещения. В каждом дворе обустроены площадки с игровыми комплексами для детей разного возраста, а также предусмотрено место для уличных спортивных тренажеров и мест отдыха для взрослых. Мы находимся на строительной площадке корпуса номер 2. До его сдачи в эксплуатацию остался буквально месяц. Строители уже завершают работы по благоустройству придомовой территории. Внутри корпуса заканчиваются работы по чистовой отделке квартир и мест общего пользования. Как видите, погода у нас уже по-настоящему зимняя, поэтому все деревья и кустарники, которые запроектированы по дендроплану, будут высажены уже весной. А сейчас поднимемся в квартиры и посмотрим, как выглядит чистовая отделка. Мы находимся в той же квартире, где мы были летом. Это планировка с двумя спальнями и кухней, где мы как раз и находимся. На полу уже уложен ламинат, высокий белый плинтус, стены выровнены, оклеены обоями, потолки полностью оштукатурены. Установлены включатели и розетки, вот, например, розетки над кухонным фронтом на высоте 1,10 м. На балконе, который уже полностью остеклен, уложена плитка. Подключены радиаторы, и они уже даже теплые. А сейчас пойдем в ванную и посмотрим на эту знаменитую ванную с окном. В санузлах уже уложена плитка на стенах и на полу, установлена сантехника, влагозащитные розетки, полотенцесушители. В целом, как мы видим, эта квартира уже почти полностью готова для передачи собственникам. Осталось только провести финальный клининг. Мы находимся в квартире-студии. Это одна из самых популярных планировок в этом корпусе. Обратите внимание на две точки освещения на потолке, на лоджию остекленную, которая шириной во всю комнату. В квартире, как мы видим, уже практически готова чистовая отделка. Уложен ламинат, поклеены обои, покрашен потолок. В санузлах установлена сантехника. И, кстати, о сантехнике. Именно в этой студии помещается большая полноценная ванна, а не душевой поддон, как бывает обычно. Итак, мы с вами убедились, что квартира во втором корпусе практически готова для передачи дольщикам. Осталось только выполнить клининг. Сейчас мы с вами пойдем на корпус номер 19. Мы там никогда еще не были. Это финальный корпус проекта CDS Принесский. Итак, мы наконец на строительной площадке корпуса номер 19. Как видим, в секции номер 1 и 2 уже полностью залиты последние этажи. Это и не удивительно, ведь там их всего 10. В средней секции уже полностью залиты под крышу, а на последних секциях номер 5 и 6 заливка монолита ведется на уровне 20 этажей. На нижних этажах уже появляются внешние стены из газобетона, и частично они уже обкладываются фасадным кирпичом. Сейчас мы поднимемся на корпус и посмотрим, что происходит внутри. Итак, мы с вами находимся на второй секции на третьем этаже. В квартире с одной спальней, кухней-гостиной, площадью около 43 квадратных метров. Это торцевая планировка, поэтому она очень интересная и просторная. В небольшой спальне есть лоджия, которая будет остеклена, а в кухне-гостиной площадь около 20 квадратных метров, два окна, поэтому она очень хорошо освещается и проветривается. Во входной зоне есть место для большого шкафа для хранения, и там же располагается большой санузел. Как видим, отделочные работы здесь еще в самом начале, но пройдет совсем немного времени, и начнут расти внутренние перегородки из позагребня. Поднимемся повыше, чтобы оценить вид из окон из этой квартиры. Здесь будет видно площадку под будущую поликлинику, а также наш другой строящийся проект CDS «Город первых» в Новосаратовке, который мы сдаем раньше срока. Итак, сегодня мы с вами побывали на строительной площадке проекта CDS «Принесский». Побывали в корпусе номер 2, посмотрели готовность квартир. Этому корпусу до ввода в эксплуатацию осталось около месяца. И впервые посетили строительную площадку корпуса номер 19. Строительные работы здесь в самом разгаре. В этом корпусе еще достаточно интересных планировок и квартир на любой бюджет и вкус. Поэтому заходите на наш сайт и выбирайте квартиру, которая вам понравится. Напоминаю, что в CDS Принесский у нас работает шоурум. Он открыт каждый день с 10 до 19 часов. И здесь можно всегда получить консультацию специалиста. Ну и, пожалуй, на сегодня у меня все. Увидимся в следующих выпусках. Пока-пока!